Здравствуйте! С вами компания ВС Украина. Сегодня мы покажем презентацию шнекового погрузчика длиною 8 метров в трубе сечением 159 мм. Он идет в комплекте с подборщиком 2 метра и регулируемой подставкой с лебедкой. Данные изделия выполнены в рамках серии Easy из катанной трубы собственного производства. Данное решение продиктовано необходимостью снизить вес погрузчика для повышения его мобильности. Оборудование будет перемещать зерно относительно погрузчика. Он состоит из 4 частей на фланцах. Толщина трубы 1,5 мм. Привод ременной на 2 ручья от электродвигателя на 3 кВт. Шнек размещен в трубе сечением 159 мм. При этом сама спираль имеет диаметр и шаг по 140 мм. Толщина лопасти составляет 1,5 мм. Спираль навита на внутренний вал диаметром 33 мм. Подборщик длиной 2 метра приводится в движение двигателем на 1,5 кВт. Данную продукцию можно заказать на официальных сайтах компании, ссылки на которые есть в описании под видео. Благодарю за просмотр и приглашаю подписаться на канал. В будущих сюжетах мы покажем еще больше видео о шнековых транспортерах с подборщиками. Благодарю за просмотр. До свидания!